Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас видео дубль 2. Вчера мы с вами закончили на вот этом месте, возле мускусных уток. И сегодня продолжим с вами обзор хозяйства и покажу вам пополнения, которые произошли в нашем хозяйстве, так как вчера не хватило мне времени и заканчивалась память на телефоне. Как я уже сказал, забрали у нас гусыню холмогорку, и за нее привезли 5 мускусных уточек голубого окраса и лавандового селезня, который стеснительный, вот там вот запрятался. Уточки такие у меня были. Когда-то у меня практически все цвета мускусных уток были, которые можно было достать у нас. И также были же и голубые. Они мне очень нравились. Прежде всего это своим окрасом, вот таким необычным. Потом они очень хорошие мамашки, радуют хорошей яйценоскостью. Кто забирал у меня этих уток, это может подтвердить. Несутся они практически каждый год. Хорошо садятся на яйца, высиживают и других птиц. Было даже такое, что они высиживали и кур, куриные яйца. В общем, уточки очень хорошие, красивые. Весовая категория у них, конечно, намного меньше, чем у белых. Но уточка от 3 до 4 килограмм, селезни такие 6-8 килограмм. В зависимости, конечно, от того, какой период они вылупляются, какой корм они кушают и как вы за ними ухаживаете. Вообще уточка очень хорошая, красивая, представительная. Две уточки сидит в гнезде, несется. И вот одна еще ищет гнездо. Там у нее вот такая есть конура. И она туда заходит. Вот такая мини-будка. Она там несется. А вот здесь две уточки сидят, несутся. Они еще совсем молоденькие. Вот можно увидеть, что у них даже еще маски вокруг глаз. На носу еще не покраснели. Эти уточки вообще осенние, даже ближе к зиме, мне сказали. Они вот только-только начали нестись. Вот видите, там есть яйцо. Одна уточка уже снеслась. Не знаю, оставлять их эти яйца под утками, чтобы какая-то из них села и вывела утят, или не оставлять. Я еще пока в раздумьях. Может быть, какую-то одну я оставлю на яйцах для того, чтобы получить красивых голубых утят. И посмотреть, что же с них получится, потому что вот так здесь лавандовый. По белым мускусам все так, как и было. Что хотел рассказать по яйценоскости. Немножечко у меня были на них нарекания, на этих уток, но я разобрался с этим. И хочу вам сказать, что вина была моя, потому что я их закормил. С осеннего периода они неслись хорошо, осенне-зимний период. Почему? Потому что они сидели у меня. Некоторые семьи уже были отдельно, те, что гуляли. Они кушали намного больше, потому что они кушали со всей птицы, с одной кормушки. А те, что сидели отдельно, у них было дозированное кормление. Они не переедали. И нормально они неслись. После того, когда я уже их забрал в загородке, поразбрасывал по семьям, кормление у них увеличилось на улице. Они стали потяжелее. И яйцекладка у нас практически прекратилась. Яиц то не было вообще, то было немножко. Теперь они сидят практически на одном ячмене, на диете. И яйца у нас посыпались волной. Яйца стали нести крупные. Яйца есть каждый день. Конечно же, один ячмень. Это я уже перегнул. Кушают они кукурузу и пшеницу. И макуху, и пшеничные отрубя,
но, конечно же, в дозированном кормлении. На утку получается где-то около 200 грамм, не более. И также они едят вдоволь травы. Я им нарываю и бросаю, они целый день эту траву кушают. Так что, если вы хотите получить много яиц, не перекармливайте своих уточек, балансируйте для них кормление и смотрите, чтобы они не переедали. А нас здесь уже три. Также не забывайте о том, что я делал дрожжевание корма. Дрожжевание корма я показывал, как я делал. Это обычные хлебопекарские дрожжи. 100-граммовая пачечка из расчета на 10 голов птицы. Эти дрожжи начинают бродить. Потом выливаем это брожение уже в основной корм, перемешиваем, даем еще немножечко постоять. И потом вот такой влажной мешанкой подкармливаем наших уточек раз или два раза в неделю. После этого делаем перерыв и через несколько дней даем такой корм нашим уточкам опять. Это тоже очень хорошо стимулирует яйцекладку. Уточки получают микро- и макроэлементы. И хорошо несутся. Сейчас, конечно же, они уже стали потрепанные, грязные, потому что яйцекладка все-таки подходит уже к концу. Они уже собираются идти в линьку. Стоит жара, так что они уже совсем непрезентабельного, некрасивого вида. Так, зашел еще в одну загородку. Вот такой у нас здесь красавчик. А вот здесь, смотрите, сидит, несется утка. Не буду ее отвлекать, пускай она несется. Сделали тоже здесь себе гнездышко в укромном местечке. И здесь они несутся. За день с трех семей у меня получается где-то 7-8 яиц. Один день они не несутся, потом опять у нас 6-8-7. День перерыва, и так они несутся. То есть яйца сейчас пошли хорошо. Если белые уточки хоть и в конце сезона, но начали радовать своей стабильной яйценоскостью, то вот эти красавцы меня огорчают с каждым днем все больше и больше. Все, кто смотрит мои видео, знаете, что эти утки у меня появились ровно на Новый год. Долго они не неслись. Потом, когда я забрал их уже от тети Вали, потому что они сидели отдельно у тети Вали, они начали нестись, но начали нести совсем мелкие-мелкие яйца. В день было 1-2 яйца, потом они где-то снесли 15 яиц, перестали нестись. Потом период они не неслись, хотя они кушают все то же самое, что и кушают белые утки. Корм я для них тоже дрожжую. Но они не несутся. Потом снесли они где-то 20 яиц, все вместе дружно. И опять яйцекладка у нас прекратилась. Ходят, кушают, пьют, живут свое удовольствие, но яиц нет. Еще что-то и возмущается. Несколько яиц я заложил в инкубатор, посмотрим, что с них получится. Но мне кажется, что, скорее всего, неслись белые утки с плечистым утаком. Они более стабильно несутся. Но может, какое-то яйцо попало и от плечистых уточек. Если все-таки что-то вылупится, потому что 10 числа инкубатор был заложен, 13 утром я забыл его накрыть, и 4 часа он стоял у нас просто открытый. Если бы это была вторая неделя, третья, то тогда не так страшно, потому что эмбриончик уже большой, и на жизнь это никак не влияет. А так, они начали только зарождаться, и непонятно, будет что-то или не будет. Но инкубатор я включил. Даст Бог, все будет хорошо. Еще быстренько скажу. Когда я делал обзор хозяйства у тети Вали, показывал большой инкубатор, рассказывал, что мы в него заложили гусиные яйца. На 25-й день гусята уже начали немножечко попискивать, 25-26 день. Но мы немножко попозже закладывали еще один лоток гусиными яйцами. Решили его просветить. Просветили эти яйца, инкубатор закрыли, но не включили в розетку.
И получается, инкубатор стоял 18 часов без света. И как вы думаете, вылупились гусята или нет? Будет интересно почитать ваши мысли в комментариях. Ну а позже я сделаю видео об этом, как же лупились или не лупились эти гусята после 18 часов отключения электроэнергии. Так, просили вчера в комментариях показать голошейку. Вот показываем голошейку. Они еще остались у меня, так как я рассказывал, что я продал всех своих голошей. Здесь осталось 10 либо 12 цыплят. Вот такие они уже большие. Сейчас я к ним туда зайду. Их должны были забрать, но у того человека, который их заказал, случилась трагедия. Внук попал в больницу. И попросили их еще немножечко подержать. Ну, так они в моем хозяйстве и остались. И те, кто хотели их увидеть, вот у вас есть возможность их увидеть. Здесь вот надумала сесть на яйца большая мускусная утка. Та, которая живет с двумя молоденькими уточками. Она всех отсюда вытеснила, они здесь не несутся, потому что она заняла здесь гнездо, и вот эти гнезда она больше никого не пускает. Она отсюда пособирала всю солому, весь пух, все перенесла в свое гнездо. И здесь она сидит на двух яйцах. Вот такая страшилка. Ну а вот такие уже голошейки. Кушают они сейчас уже все. Зерно я им уже даю не дробленое, уже цельное. Хотел вам показать сразу, как только мы здесь доску постелили, но сразу не получилось. А сейчас уже плохо видно, потому что здесь утки и куры эту доску уже обгадили. То есть в этом сарайчике, где я вам показывал, мы делали заливку. Заливку уже сделали бетоном. Постелили доску. Здесь вот еще недоделанный стек. Вот такая будет канавка. И вот сюда оно все будет стекать. Туда нужно закопать ведро. И ведром потом выносить отходы, которые будут собираться. Конечно, работы еще много, потому что нужно делать еще кормушки, нужно вставлять еще окна, нужно делать еще крышу. Так что еще работы очень много и много. Но уже хорошо, что хоть есть пол. Все, прохожу мимо и никак не могу показать. А вот это те помидоры, которые мне подарили. Я показывал видео о том, как эти помидоры ко мне попали. Они уже цветут. Вот так хорошо они начали расти. Нужно уже посынковать. Для того, чтобы они не были кучерявые. И не были мелкие на них плоды. А вот наши бройлерные индюки. Дожди у нас были затяжными. И шли дождики долго. Погода была сырая, холодная, и я по своей халатности немножечко этих индюков угробил. Несколько штук у меня пропало. А те, что остались, вот такие они уже крупные. Они уже довольно-таки большие, тяжелые. Не знаю, какой у них вес. Не взвешивал, потому что уже они большие. Их уже просто в сумку не посадить. Кушают они сейчас у меня уже влажные мешанки. Мешанки у нас состоят из пищевых отходов, которые у нас там остаются. Супы, борщи, картофель, каши разные. Здесь у нас зерносмесь, пшеница, ячмень, семечка, горох. Сои мне найти не удалось. И пшеничные отрубя. Все это у нас замачивается, засыпается отрубями. И вот такую мешанку они у нас кушают. Кушают они эту мешанку очень хорошо. И за день они съедают большую тачку травы. То есть они как гуси или как козы. Травоядные. Трава должна у них быть постоянно.
Это им получается 2 месяца и 15 дней. 2,5 месяца. Вот такие индюшата. У кого-то, конечно, может быть результат получше, кто кормит сбалансированным кормом, кто кормит заводским кормом. Но я за большими показателями не гоняюсь. Главное, чтобы было вкусное, полезное мясо, чтобы его можно было кушать. А это у нас мускусные утятки. Французская линия, которые к нам приехали, вы это все видели. Сейчас я их открою, увидите, как они уже подросли или не подросли, потому что они у меня каждый день на глазах, и мне кажется, что они не растут. Ну, утки как утки, постоянно делают грязь. Постоянно у них сырость, мокро. А вот, кто хорошо смотрит, между ними есть серые особи. Это те гусята, о которых я вам говорил. Гусята ландес. Где-то дней за 10 после того, как появились мускусные утятки, потом появились еще у нас эти гусята. Растут они вместе с утятками, кушают один и тот же корм, кушают травку. Я думаю, что хорошо себя чувствуют. Ну, а вот такие уже наши мускусные уточки. И еще у нас здесь есть две кряковки, мне подарили. Одна с вот таким большим хохолочком, а одна немножко с меньшим хохолочком. Вот будет как раз для сравнения, кто лучше по весу, по вкусу, по поведению. Посмотрим, как они все вырастут. Так что, дорогие друзья, вот такие у нас новости. Грязнули, вы ждете пить и кушать, да? Вот таких поилок им уже неудобно пить, так как они подросли, уже голова у них не вмещается, вот этот разъем, и они переворачивают просто банку и всю воду разливают. Так же, как и кормушки маленькие, для них уже стали неудобными. И вчера купил вот такую большую поилку, к сожалению, она была одна, еще заказал несколько штук для себя, цена у нас ее стоит 78 гривен. Конечно, цены разные, в одном магазине такая стоит 100 гривен, в другом магазине такая стоит 95. Но я нашел за 78. И взял вот такую кормушку. Кормушка эта стоит 83 гривны. Большие у нее вот такие ячейки. То есть они спокойно могут запихивать туда свою голову и нормально оттуда кушать. А отсюда нормально пить. Очень удобно, практично. Водичка не разливается. Можно перевернуть, можно перенести куда нужно и установить. Эти ревнуют, территория была вся ихняя, теперь я у них немножко загородки отжал. Думал, что заберут у меня на днях галашей, и я туда уже переведу индюков. Там поубираю и перенесу туда индюшат, а на вот этот весь загончик выпущу уже гусят и утят. Но пока еще они должны терпеть утеснение. Хорошенечко присмотритесь на моих индюшат. На днях постараюсь попасть в тети Вале, рассказать о инкубации гусят и покажу вам ее индюшат. Скажете, чьи индюшата больше, мои, либо же индюшата тети Вали. Брали мы в один день одних и тех же индюков, но у нас разное кормление, разный уход. И разный результат. Так, переехали плавненько в беседку. Хотел их показать, как они красиво сидят в коробке, но они уже меня опередили. Мне понравились индюшата, как они растут. И ровно 2 недели назад я взял еще для себя 2 десятка индюшат. Тоже бройлерных. Вот им уже 2 недели. Вот так они выросли у нас за эти 2 недели. Они ручные, спокойные. На ночь забираю их в беседку. А на день выпускаю их в загородочку. Они там гуляют, кушают, пьют, сидят на солнышке и растут. Вот это нам ровно 2 недельки.
так как я рассказывал, что хочу взять для себя еще бройлера, попробовать подержать на другом кормлении, потому что раньше я брал бройлера, держал только на заводском комбикорме, и вкус и качество мяса меня не удовлетворяло. Я вам показывал бройлер, который есть у тети Вали, рассказывал, как она их кормит. Результат очень хороший, и в этом году я хотел взять для себя 2 или 3 десятка, выкормить их и посмотреть, получится это у меня или нет. Ну, так как с головой у меня немножечко, как говорит моя жена, непорядки, ни один доктор не может меня уже вылечить. Вместо 3 десятков у нас здесь получилось намного больше. Сидят они здесь у меня в брудере. Брудер я хорошенечко обработал, так как здесь были утята. Побелил, продезинфицировал. Поставил кормушечки, поилочки, застелил тряпочки, так как я это делаю всегда. И еще между бройлерами у меня здесь 10 петушков Ломан Браун. Они у нас по 7 гривен. В одном месте есть по 5 гривен, в другом месте по 7 гривен. И у меня здесь есть еще вот такая черная галашеечка. Мясо яичка у нас поднялась в цене. Бройлер у нас по 21 гривне. Мясо яичка у нас сейчас на данный момент 25-28 гривен. Обычные домашние цыплята 20 гривен. Вот такие у нас цены. Мулард, если не ошибаюсь, 50 гривен. Утки старт 53, обычные кряковки там от 30 до 40 гривен. Так что вот так. Водичка у них закончилась, нужно сейчас ставить им уже водичку. По содержанию ничего сложного нет, главное, чтобы было сухо, чисто и тепло. Самое главное тепло, чтобы не было мокро под ногами, постоянно была в поилках вода. Кушают они на данный момент заводской комбикорм, потому что они еще маленькие. И на этом пока у нас все. Как будут расти, буду все вам показывать. Вот такой, дорогие друзья, у нас обзорчик хозяйства. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за поддержку, за пожелания. Всем всего хорошего, доброго дня, счастья, радости, любви, крепкого здоровья, море позитива. Делайте добро, не унывайте. Помните о том, что каждый день может быть последним днем. Не теряйте возможности сделать что-то доброе. Не откладывайте ничего на завтра, потому что завтра может уже не наступить. Всем всего хорошего и всем пока-пока.